Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси. Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар. Нашел 2 плюс 1 под ключ по очень хорошей цене, с видом на горы, с видом на море и с видом на крепость Алания. Ну, пока что крепость Алания видна, после того, как проект будет достроен, ее уже не увидите. Вид на море, глазами я вижу вот это вот так. Горы видны. Так. Горы вид у вас никогда не закроется, если даже что-то тут построят в будущем. Итак, здесь открытая территория, которую я вам покажу. Бассейн, большая территория, там зона барбекю, есть сауна, хамам, игровая зона. Квартира находится на 4-м этаже. Это первый балкон. Дорогие зрители, цена этой квартиры 114 тысяч евро. Срочная продажа. Звоним, не теряем вариант. Есть проектор. Цену огласит хозяин сам. С ним нужно будет обсудить. А так он заберет. Цена без проектора. Телевизор остается. Кондиционер есть. Вот. Минимальная квадратура здесь 110 нетто. Так, 125-130 квадратных метров брутто. Кухня. Мраморная столешница. Так, здесь прихожая. Есть интернет, фибероптика. Хорошая прихожая. Первый санузел. Здесь у нас с душевой кабинкой. В другом санузле нету душевой кабинки. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Так, здесь как бы место пройти. Две спальни. Слева и справа. Это хозяйская спальня. Вот санузел. Может быть, получится сделать здесь душевую кабинку, но, кажется, не нужно, одна хватает. Огромный телевизор. Так, если добавить все 3000 евро, он отдаст этот огромный телевизор. Сколько денег? Одна марка LG. 185 инч. Кажется, так. Да. Вот такая спальня хозяйская. Здесь где-то 15-17 квадратных метров. Мраморный пол. Балкончик. Застекленный. Вид на горы. Сторона север, запад, север, восток. Солнышко светит. Сквозная квартира, тут прекрасная погода, летом даже, так как с гор дует ветерочек. Можете даже кондиционер не включать, открыли двери, сквозняк и все нормально. Вторая спальня, тут где-то у нас 12-13 квадратных метров. Все, дорогие зрители, спускаюсь вниз, показываю территорию. Айдат на данный момент 300 лир, будет, наверное, 500 лир. Итак, у нас два лифта, коридорчик. Расстояние до моря максимум до воды со всеми поворотами 1500-1400 метров. Лифт на 6 человек. Тут два выхода, это куда-то. Есть генератор. Я вышел в садик, видите, все ухожено. Там детская игровая площадка, теннисный корт, баскетбольная площадка. Цена 114 тысяч евро. Срочная продажа, таких цен нету на данный момент в таком проекте хорошем. Вот, бильярдная комната для детей, там еще что-то. Большой бассейн. Фасад здания уже увидели. Так,
теннис-корт, открытая парковка. В этом блоке у нас джакузи. Фруктовые деревья во дворе. Можно также оставлять машину снаружи, вот тут. Здесь просто ключи надо взять у консьержа. О, нет, а тут. Смотрю, что вот есть сауна, хамам, зона отдыха. А вот написано все. Шок-пул. Бассейн для шока, что ли? Здесь это все. Фитнес. Ага. Здесь детская игровая комнатка. Вот для детей, чтобы поиграть. Ремонтируют. Фитнес с 8 до 19.00. То, что нужно для спорта, есть. Важные предметы. Турник, главное, есть. Так. Тут что у нас? Вот такая вот камера. Здесь вода. Что-то. Вот тут выход. Короче. Там двери закрыты, просто ключи надо. И зона барбекю, я вам покажу. Открытый парковка в той стороне, также здесь. Все, дорогие зрители, звоним по номеру +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечная Лань, район Махмутла. Всем пока-пока.